Всем привет! Пока вы смотрите эту подводку, у нас на Бусти уже вышла первая серия Дома Совы в дубляже. Но вышла она пока только для платных подписчиков, да и какая разница, через 3 дня она выйдет для всех. Может, она и не вышла еще, мне типа никто не говорит и не платит за это. Но если ты хочешь, чтобы мне платили и тебе платили, тогда переходи по ссылке в описании и покупай наш мерч, на него скидка 15% до 25 ноября по промокоду Cyber. А теперь всем приятного просмотра. Пука-пука! Чем вы занимались? Сами знаете, 2 офицера не смогут справиться с таким... Снова отговорки! Впустите ее. Здравствуйте. Для чего я вам понадобилась, мэр? Можешь проинформировать их об этом парне. Ориентировочно было 8 смертей. И все тела были расчленены. Молодцы, ребята! Продолжайте в том же духе. Это был сарказм? Что? Каждый Хэллоуин он убивает все больше людей. Тяжело отличить, что реально, а что нет. Неизвестно, убили кого-то, или это просто шоу. Если за эту ночь не поймаете, вас заменят они! Мэр, послушайте, что-то неладное происходит в городе. Культисты разгуливают повсюду и... Бла-бла-бла-бла. Мне плевать на ваш вымышленный культ, Джон. Они сожгли мой дом! Твой дом был пожароопасен! Ты никогда не выключал кофемашину! Мне нужно, чтобы вы решили эту проблему сегодня ночью. Пошли прочь! С глаз долой! И что же мы будем делать? Надо сосредоточиться на Бобби, пока не появилось больше трупов. Мам! Это самый жуткий день самого жуткого месяца! Настал спукфест, мам! Господи, с каждым годом ты все громче. Знаю, сынок. Иди готовься. Хэллоуин? Ты готов к самому жуткому дню? Сейчас проверю. Эй, Сьюзи, ты идешь со мной? Ты же знаешь, я сегодня не выхожу. И хватит меня подкалывать. Для твоего же блага. Я готов! Класс! Скорее, мы уже... Повеселитесь там и принесите много конфет. Я тоже хочу. Ох, как я скучаю за этим. Может, пойти вместе с Джун? А? Полиция? Да, меня кто-то пытается убить. Ха, мой голос тогда сильно отличался. Мы просим вашей помощи в поимке Декстера Эрлтофа. Его местонахождение сейчас неизвестно. Хэллоуин! Джун! Здорово, девчонки! Снаружи какой-то парень, и он... Наконец-то ты решилась попробовать что-то новое. У тебя так долго не было с... Я серьезно! А, что? Я говорю о демоническом парне, что напал на меня давным-давно! Может, это просто какой-то чудак, Лила? Лила?
Алло? Хотите вот конфетку? А вы знали, что сейчас жуткий месяц? И что ты собралась делать? Замариновать меня? Нам кое-кто позвонил и сказал, что вы, возможно... Он на чердаке! Он здесь! Здесь никого нет, мисс. Он отправился за моим сыном! Эй, а где ваш костюм? Мисс, оно с того не стоит. Вам надо успокоиться. Черт, погоди, ты это тебя, это моя. Ты пытался убить меня. Ваши нападки безосновательны. А ну иди сюда, гаденыш. Сломаешь ты или гаденыш? Прошу прощения, вы мне дверь сломали. Окей, 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 хорошо. Вот, забирайте. Ура! Конфеты любили! Шоколад или я? Карамель давай или страдай? Леденец или конец? И виски! Пошли прочь от дома Мосьева! Вы богохульные дети дьявола! Пошли, сходим в лес! Под лицом с призраками! Ага! Добро пожаловать в самый призрачный дом с призраками. И как вы видите, я самый настоящий вампир. А теперь заходите и испытайте ужас. Здравствуй, мой дьявольский друг. Хочешь, чтобы тебя напугали? А ты знал, что если съесть человеческий мозг, то ты получишь болезнь, схожую с бешенством? Чего? Ого, смотри! Оу! Выглядит так реалистично! Это офигенно! Пошли, мы просим еще конфет! Мисс Лила, вам нужно оставаться в доме и запереть все двери. Мой сын и его друг где-то там. Не волнуйтесь, мисс Лила, мы найдем их. Итак, в каких костюмах они были? Ну, у моего сына был костюм скелета. А можете поконкретнее? У его друга костюм тыквы. О, нет. Да, лучше просто запритесь дома. Ладно, только ищите их быстрее. Мы уже работаем над... Джун, выдвигайся, нужна твоя помощь. Поняла тебя. А у тебя есть кос... Нет! И что мы теперь будем делать? Оу, я знаю место, где есть много конфет. Кевин!
Привет, ребятишки. Здравствуйте, мистер Фрэнк. Подбросите нас в магазин сладостей. Бросьте, у меня отпуск. Чего пожелаете, мэм? Точно не тебя? А, дайте мне по одному и в двойном размере. Ладно. Рик, поможешь мне собрать всего по два? Сейчас. И быстрее там. Ну уж нет. Ну нет, 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 нет. Мы просто хотели бесплатных батончиков. Не сегодня. Вы доставили мне так много проблем. Когда такое было? Из-за вас мне снятся кошмары. Вы подкинули мне сахар. На меня напала ваша кукла. А не так давно мне пришлось очищать от крови стены и пол магазина весь чертов день. Кевин, это была не настоящая кровь. Настоящая или нет, но из-за вас у меня постоянно проблемы. Видите? Это проблема. Ребята, а чего он вас преследует? Я не знаю, он уже давно так. Может, он хочет батончиков? Я ухожу. Что? Что? Нет, вернись! Кевин, ты в порядке? Все наружу, ребята! Быстро! Хоть бы постучал, чувак! Мы просто хотели батончики, Кевин. И мы понятия не имеем, почему этот... Держите! Правда! Спасибо, Кевин! Ты каждый день с таким сталкиваешься? А, ну, типа того. Ай, ай, чувак, да ты чего? Что с тобой не так? Стоп, ты не собираешься убивать нас? Нет! Я лишь хотел сказать, что дети конфеты воруют. Вот сука! Было бы проще, если бы ты надел костюм. Вы же знаете, моя семья не хочет, чтобы я тусовался с вами. Это тяжело. Но ты же знаешь, что это для моей сестры. Можем достать костюм здесь. О, отличная идея, Роберт. Что, какие-то проблемы? У тебя будет плохое время. Бип! Потеряйтесь! Ну и кто ты? Я рэпер. Не особо страшно. Эй, а ну погодите, погодите. И куда это вы идете со всеми этими конфетами? Еще за конфетами? А вот я считаю, нет, что... Нет, даже не думай. Ты без костюма. Что? Да есть у меня костюм. Эй, ребятки, можно нам немного конфет? Моя младшая сестра заболела, и я пообещал принести ей конфет. Конечно! Зашибись! Спасибо! Еще раз спасибо, ребят! На здоровье, Роберт! Думаешь, столько хватит? Можем достать еще и... мы... А вы знали, что многие народы употребляют кровь как пищу? И людскую тоже. Черт!
Все нормально, Роберт. Еще достанем. У тебя большие проблемы, Рейнольд. О, нет. Что это еще за костюм? Рэпера. А, мог бы надеть что-то поэлегантнее. Вампир, к примеру. Живо в машину, Рейнольд. Не стоит тебе водиться с этими простолюдинами. А попрощаться хотя бы можно? Типа напоследок. Можешь. Надеюсь, это все загладит. Пока, ребят. Ночь до ужаса длинна. Напугать всех пора. Отовсюду жуть и страх. Убегай на всех парах. А вы знали, что халяльный метод убийства делает мясо более нежным? Чего? Кажется, он хочет поиграть в прятки. О, типа как в ужастиках. Еще как хочу. Если победите, получите еще конфет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все хорошо, Лила. Мы найдем их. Мам, почему ты без костюма? О, вы нашлись! Ох. Слава богу, с вами все в порядке. Все быстро. Идем домой. Но, мам, мы играем. И во что же? Мы играем в прятки с большим красным жирным чуваком. О, нет, он переходит улицу, не посмотрев по сторонам. Брата, ты ведятельная! Все целы? Подвезете нас домой? Наконец-то мы это сделали. Что ж, надо сообщить мэру. А где тело? Ты знаешь, что мы победили! Вы ничего не знаете! Вам от меня не сбежать! Я буду вас преследовать, пока вы не сдох! Как думаешь, он мертв? Простите за это.
Просто отвезите нас домой, прошу. Очень прошу. Алло, Пэтти? Ага, у нас есть тело для тебя. А вы знаете, как правильно отбивать мясо? Я покажу тебе как. Что за... Где? Что вы за... Эй, дедушка, эй, Сьюзи, посмотрите, сколько я собрал. Ого, ты хорошо постарался, сынок. Откуда столько? А мне можно немного? Ох, большое вам спасибо. Ага, не за что. Простите, а мы можем поискать моего сына? Ну, я немного волнуюсь. Эй, мам! А как ты отмечала Хэллоуин? О, сейчас покажу. Смотри, это я в твоем возрасте. О, ты тоже с ним играла в прятки? С ним? Ну, с этим парнем. Мам, ты что, его знаешь? Да все нормально, мам. Вот, возьми конфетку. И пошли смотреть ужастик. Фух, это просто мое воображение. Это не может быть он.
друга! Яблоко!